Всем привет! Сегодня у нас будет акция на смену чар. Попробуем словить что-то интересное, ну и забрать плюшки. Решил сыграть, так как здесь есть камни судьбы, которые мне необходимы для прокачки героев на 12 скилл. Так, что у нас есть? Ну, возврат 10к, то есть по сути мы потратим 50 тысяч. Камень аугментации, сущность мастера, карточка, ну как обычно. Так, что у нас по наградам сегодня? Так, сундук пятого таланта, это самое бесполезное. Сет простых рун тоже не очень. Камень судьбы, тройка тоже не нужен. Вот больше всего нужны 20 камней судьбы первого левела. Это если повезет. Так, ну что, идем на нашего стрелка до 34 тысяч можно будет ролить. Так, очищающий удар не надо, не надо. Интересно, сколько пятерок выпадет сегодня. Или выпадут они вообще. Ослеплялка. Пиромах второй. Пиромах третий. Ну, давай пятерку какую-то. Видите? Очень плохо чары ролит. Так, пиромах четвертый. Сейчас я гляну, на ком там у меня. На вольте есть, ведьме есть. Там, по-моему, на ком-то троечка стоит. Так, на укротителе поменять. Окей. Есть. Побежали дальше. Плохо начали падать чары в последнее время. Так, это не надо, не надо. Тамплиер. Раскаленный доспех. Так, тут у нас необузданная ярость стоит. Влад Дракула. Можно попробовать ему поставить. В принципе, ему ослеплялка не особо нужна. Потом его потестируем. Так, есть. Побежали дальше. Ну, уже неплохо. Раскаленный доспех упал. Это хорошо. Можно было бы его на завтра оставить, но хочу в акцию сыграть, посмотреть, что у нас по луту будет. Так, смертельный приговор. Смертный приговор не нужен. Бесполезный талантик, как на меня. Ну, единственное, в PvP еще возможно. Так, мы уже половину проролили. Так, это не надо. Ну, дай что-то годное. Пиромах второй. Да. Проклятое поле. Тоже, в принципе, не надо. Ну... Плюс одна клетка. Не хочет, не хочет нам сегодня ничего падать. Доспех четвертый не надо.
Проклятое поле 5. Ну, давайте посмотрим, что там у меня есть. Кому-то можно будет интересному сейчас поставить. Так. Что у нас на этом? Очищающий удар. Давайте ему поставим. Пусть будет. Может, какая-то польза будет от героя в дальнейшем. Так, что у нас осталось? 10 тысяч. Да. Давайте на вольте паролем. Первый, 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 четвертый, первый. Ну, давай пятерку какую-то. Видите, единички, четверки. Рандом полный. Было бы неплохо, чтобы сюда ввели коробочки. 5 уровня. Необузданная ярость. Скорость атаки. Плюс оглушение. Так, что у меня на всаднике? Пиромах стоит. Ник ослепления. Доспех. Пиромах. Так, передача энергии. Так, ну у меня уже все как бы топовые герои собраны. Так, неинтересно. Тоже неинтересно, тоже неинтересно. Бульдозер с пиромахом. Так. Арес плюс одна клеточка стоит. Тамплиер, ослеплялка. Даже не знаю кому. Пиромах. Чтобы быстрее атаковал. Так, тут ослеплялка стоит, тут урон. На тыковке уже стоит. Так, друид. Тут тоже стоит. Ослеплялка. Ниндзик урон. Шапка урон. Паладин. Даже, честно говоря, некому ставить. Ослеплялка. Ну, ладно, делаем смену. Ну и пробуем до следующей пятерки уже доролем на завтра на нового героя. Вот так, смертный приговор. Хорошо, идем, смотрим, что нам там сегодня упало. Точнее, упадет сейчас. Так, забрать. Забрать. Сущность мастера. Мифическая карта 1 уровня. Камень аугментации. 10 косамов нам возвратик. Ну и сейчас говно упадет. Коробка. Сет простых рун. Хорошо. Ну это, конечно, не хорошо. Не то, что хотелось бы, но... Смотрим. Смотрим, что у нас будет с этого сета. Получить. Войти. Так, вот он сет простых рун 3. Ну, давайте с 3 начнем. Открываем и... Огненная защита. 4. Разброс. Ну, разброс это неплохо. Ну, у меня уже 2 сета простых рун. Я даже уже не помню, что у меня есть. Так, ну давайте первый. Ожог. Второй. Огненная защита. Ну, как-то так. Как-то так себе.
Ладненько. Ну, вот такой вот был роллинг. Пишите в комментариях, что кому упало. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.